Приветствую вас, дамы и господа. Давайте посмотрим биткоин на декабрь месяц до 1 января. Посмотрим. Ну, вообще у меня складывается такое впечатление, это чисто мое такое. Посмотрим, что карта скажет. Мне, я так думаю, что будет расти. Мне так, не то, что кажется, креститься надо. Так, биткоин. Покажи свое лицо. О, ничего себе. А вот по картам-то... И нет. По картам у нас что? Девятка мечей. Угу. Прям студизумие. Вот так вот. Ну, посмотрим дальше. Это золотой телес показывает. Биткоин. Смотрите, вот три карты, на дне у нас королева, чаш, такая эмоциональная дама. Девятка кубков, это обеспеченный человек, который вот готов принять гостей, ну, то есть не имеющий ни в чем недостатка, готовый уже пиршествовать. Здесь также подкрепляется он императрица, это непосредственная помощь матери земли и, как говорится, ее протекция. И тайна, тайная жрица. Жрица. О, очень много иллюзий по поводу его будет. И победитель. То есть иллюзия победы. Ну, принципиально, я бы не сказала, что здесь по тайной жрице. То есть она сама тайная жрица, это тайна. Открывается опять большими иллюзорными такими представлениями о победе. И будет известие какое-то такое будоражащее пажу жезлов. Ну и дорога будет открытие, куда он двинется, будет принимать решение. И примет решение, наверное, все-таки к десятке пентаклей. К монетам. Вот монеты только так открылись. А императрица что нам даст? О, туз. Все, хороший потенциал. Видите, как она мутила. Тайна открывается большими иллюзиями о победе, движение, выбор, дорог и десятка. А это будет поддерживать непосредственно сам потенциал. Прекрасная карта вообще. Замечательная. Но в то же время не забываем об этом. То есть там много, наверное, будет событий всяких разных. Давайте посмотрим, какой будет тренд у него. То есть какой свечой закроется. Зеленый, красный. Этот тренд будет нисходящий или восходящий. Так. Восходящий, нисходящий. Ну, за восходящий тренд здесь, да. А нисходящий — звезда надежды, дьявол и луна. О, боже мой. Видите, как здесь сразу три старших аркана нисходящие. То есть надежда на падение по дьяволу и луна тайная. А что по восходящему-то? Будет новый цикл. И поддержка самого Иерофанта. Ну, здесь более позитивные карты с дураком. Дурак — это значит новый цикл. Будет поддержан Иерофантом. Безусловно, вверх, но будет очень тяжело и долго ползти. То есть долго ждать. А здесь давайте посмотрим нисходящий целый семьи хомяков, император какой-то будет. Сопротивление от дьявола по императору, нисходящий тренд. И какое-то соглашение. Но я вообще за восходящий тренд. Потому что здесь... Все-таки будут надеяться шартисты на то, что так все произойдет. Еще одна карта. Луна и Солнце. Ну, это вообще фатаморгана. По Луне. Я за восходящий тренд. Но здесь будут какие-то «но». То есть человек уже устал, в какой-то апатии. Все-таки апатия какая-то будет из-за того, что очень долго будем ждать. Но я вижу все-таки более к восходящему тренду. Да, мир соглашается, восходящий тренд. А здесь, ну, такая очень достаточно. Ну, то есть там, видимо, будет много очень событий. Ну, это будем на недельке смотреть. А так, за восходящую, за зеленую свечку. За зеленую. Делайте ставки, господа. Давайте еще по свечам посмотрим. Так, как она закроется? Будет красно-зеленый. Так, зеленая. Красная, зеленая. Сразу две. Красная. Зеленая. Ну, здесь мелкие карты. И очень быстро, кстати, зеленая. Ну, по красной свече, видите, здесь туз, тайна и дьявол. Отрицательные карты. Здесь мир. Будет окончание срока красной свечи, скорее всего. Очень большие деньги. Да, и распутье. Но я за зеленую, хотя здесь очень...
Ну да, Thanks for watching. зеленая, да. Like, abs, Всех subscribe благ, to the профита, Chanel. всего самого наилучшего.